I'm afraid that she may not be able to walk again. And also the part of the brain that controls speech was badly damaged. I will not deflect. Will not. All that I have to tell you is that you have absolutely nothing to worry about. Nothing. No entity is going to harm you in here. Опускай! До конца опускай! Нина! Верните! Что смешного? Вы сговорились, да? С Костей, да? Что? Он мне тоже вчера замуж предлагал. Теперь вы мне испытание устраиваете. Вот гад, а мне даже ничего не сказал. А ты? Ты ему сказал? Ну да, не сказал. Да я сделаю выбор, правда. Когда мы закончим школу? На выпускном. Обещаю. Напилась, я помню. Я вышла на крышу, села на самый край, ноги свесила. Мне было вообще не страшно. Ни капельки. На следующий день пришла на ту же самую крышу и даже до середины дойти не смогла. А еще, вы знаете, я когда маленькая девочка была еще совсем, я почему-то думала, что люди произошли от деревьев. Представляете? Я точно так же устаю, как ты. У меня сегодня рейс, у меня вчера рейс, мне завтра опять в рейс. Я ноги до крови стерла, видел, нет? А меня ты в чем обвиняешь? Я же тебе 100 раз говорил, ну найди там нормальную работу. В чем проблема-то? Истеричка. Ну, не злись на меня, слышишь? Не злись. Не злюсь. Точно, точно? Точно. Завтра же напишу заявление на отпуск.